Мотовилихинские заводы лишились блокирующего пакета акций. О возможных целях сделки рассказали эксперты. Первый рабочий выезд нового губернатора Максим Решетников с рабочей поездкой в Березниках. Новое здание для оперного театра спроектируют по проекту Дэвида Чепперфильда. Он уже оплачен. Главные новости часа на РБК. В прямом эфире Рустам Багизов. Добрый день. Новый глава региона Максим Решетников сегодня с первым официальным рабочим визитом в Березниках. Основные объекты – жилой комплекс для переселенцев Любимов, также провалы на рудоуправлении 1. Подробнее попробуем узнать у нашего корреспондента на связи со студией РБК Станислав Загайнов. Стас, приветствую тебя. Что удалось посмотреть? Может быть, уже есть какие-то даже первые поручения главы региона? Приветствую, Рустам. Ну, главным возможным решением, которое может быть сегодня принято, это пересмотр принципа финансирования и выделения жилья по программе переселения в городе Березники. Да, действительно, сегодня Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края, находится с рабочей поездкой в Березниках. Первым объектом, который он посмотрел, стал провал на рудоуправлении номер один компании «Уралкалий». О ситуации в городе, о ситуации на предприятии рассказал глава города Березники Сергей Дьяков. После этого Максим Решетников отправился в микрорайон Любимов, который как раз строится по этой самой программе. Кстати говоря, микрорайон Любимов находится в непосредственной близости от микрорайона Усолье-2, уже построенный по программе переселения. Однако дома были признаны непригодными для проживания в этом микрорайоне после их сдачи. Ну и прямо сейчас в администрации Березников началось рабочее совещание с участием представителей законодательного собрания Пермского края, с участием представителей администрации и правительства Пермского края, также администрации города Березников. Естественно, главным вопросом этого совещания станет проблема переселения и проблема строительства новых микрорайонов по программе переселения из жилого фонда, признанного непригодным для жилья в городе Березниках. Рустам. Да, Стас, спасибо. Я напоминаю, на связи со студией РБК был Станислав Загайнов из Березников. Мотовилихинские заводы потеряли блокирующий пакет акций. 25% ценных бумаг приобрело общество с ограниченной ответственностью «Метатрон». О существенном факте рассказал сам холдинг. Официальных комментариев относительно решения акционеров в Мотовилихе не дают. Сумму сделки на предприятии также не раскрывают. Понятно лишь, что пермская компания «Метатрон» приобрела почти 250 миллионов акций Мотовилихи. Теперь «Метатрон» владеет уже 35% ценных бумаг оборонного предприятия. Существенные факты о сделке составлены на основании отчета депозитария Форобанка. По данным сервиса «Контурфокус», генеральным директором компании-приобретателя является Юрий Медведюк. Как считают аналитики, пакет, скорее всего, могли продать действующие миноритарии. К примеру, это могло быть «Инпо Сплав» с 10% акций, либо компания «Терра» 15%, либо «Руслан Валитов» с долей в 10%. Самым большим пакетом, по данным, на конец года обладал «Ростех». Госкорпорация осенью прошлого года увеличила свою долю в Мотовилихе почти до 40% акций, а также заявляла о дальнейших планах по приобретению ценных бумаг. Одна из идей может быть это консолидация какого-то серьезного пакета, чтобы в дальнейшем его предложить тем же Ростехнологиям, потому что в последнее время они несколько раз заявляли, что им данное предприятие интересно. При этом аналитики добавляют, что пакет может быть продан за большую сумму, чем компания «Метатрон» приобрела его сейчас. У «Мотовилихи» появляется больше заказов. Но, тем не менее, пока, по данным экспертов, финансовые показатели не могут существенно повлиять на котировки ценных бумаг. Новое здание Пермского театра оперы и балета будут строить по проекту британского архитектора Дэвида Чепперфильда. Такое решение было принято на рабочем совещании у нового губернатора края Максима Решетникова. Об этом сообщает издание «Новый компаньон». Сейчас проект Чепперфильда оплаченный является собственностью края. Архитектор также готов переработать проект для строительства отдельно стоящего здания, рассказали на совещании. Это может уменьшить стоимость реализации проекта, так как изначально почти треть суммы должна была пойти на стыковку двух зданий и на строительство энергоцентра. Сейчас дано поручение сформировать рабочую группу, которая будет координировать вопрос выбора местоположения новой сцены оперного театра. Развитие событий менее чем через час. Я же с вами не прощаюсь. До встречи на РБК. РБК «Пермь. Ракурс». Инвестиции в дороги. Сезон 2017. Сегодня в 16:35.